Сегодня для вас будет играть коллектив оркестра «Куш», мы называемся, для тех, кто не в курсе. Ну, название по начальным буквам нашей фамилии – это Курский Александр, гитара. Сейчас он выйдет на сцену. Да. Я Дмитрий Ульянов. Шаников Григорий, барабаны. Сегодня мы решили поставить так концерт, построить. Думали, что, как играть, последовательность композиции и так далее. Но решили, что в первое отделение мы презентуем и представим пластинку первого издания, потому что мы ее ни разу не презентовали. Хотя записана она уже была давно, где-то скоро год уже. Вот. Да, вот такая пластиночка. Порядок песен. Пьес, в смысле, будет так же, как на пластинке. Первое. Потом мы сделаем небольшой антракт и сыграем во втором отделении пьесы, которые войдут во второе издание. Ура! Ура! Играем мы такие музыкальные истории. Они перетекают иногда из одной в другую. Трилогии. Ну, некоторые имеют название, некоторые названия еще не имеют. Но, кстати, придуманным названием не только мы своим произведением, но также и люди, которые слушают нашу музыку, многие названия придумали не мы в нашем пьесе. Так что, я думаю, мы приступим сейчас, поиграем с удовольствием. Начнем мы, как всегда, с вступления, с трилогии. Будет вступление, вальс и майский жук произведения, третья часть. Все это как бы нон-стопе происходит. Thank you.
Следующее произведение у нас будет называться «Огни Баку». Сейчас мы, кстати, каприз посмотрим. Просто такое короткое, мы решили не называть. Ну, вот. Я просто вспомнил, что мы ездили в деревню год назад. Нашему коллективу всего 2 года будет скоро. И первую пластинку мы делали в деревню. Приезжали туда, собирали студию и недели две жили так, зимой. Осень, зимой. Вот. И также вот мы частенько джимовали. И как какой-то из вечеров, в хорошем настроении, нам пришла в голову одна мысль, да. Есть одна песенка такая, фиеска, называется
детская. Представьте, деревня такая, утро, да, утро. Молоко такое, кормили утреннее, такой холодник из стыдочки. Мужик собирается на сенокос. Пьеса называется «Сенокос». Thank you.
Следующее произведение у нас называется «Испанский страдальник». В Испании мы не были, нет, не было. В общем, ну, навеяло так. Кстати, в Баку мы тоже не были. Большое путешествие по России. Сейчас будет тройка, такая коротенькая пенсия. Представляется это так, для нас, по крайней мере. Ну, такая зима, весна, я бы сказал. Тройка выезжает из опушки, может, даже свадьба едет. И удаляется. Ну, выезжает, завод. Thank you.
Низкий поклон нашим предкам. Невская битва. Thank you.
пожалуйста, его ля минор, потому что мой товарищ спевал. Да. Но у нас еще есть вариант, конечно. Может, когда-нибудь мы сыграем в другом. Вуа. Тоже произведение. Да. Вот, ля минор. Это вы в той декретии. Первый – это рассвет, второе – созерцание, третье – движение. Thank you.
Здравствуйте еще раз, пока вы не видели.
В первом отделении мы сыграли нашу первую пластинку, во втором отделении мы попытаемся сыграть пьесы, которые войдут во второе издание. Просто мы ее еще не писали. Но в основном это будет такое, наверное, ближе к Востоку, к Азии музыка. Чему-то так у нас было в эту сторону. Начнем мы с каравана. Thank you.
Thank you.
Следующая пьеса очень оригинальная. Два названия имеет. Гимн городила или комитетский марш. Мы вообще подумали ФСБшникам продать. Вот, ну, как бы, может быть. Thank you.
дорогим людям, которые пришли сегодня. Дорогие люди, без вас это бы не произошло. Вам респект. Спасибо большое. Thank you.